Приветствую вас. Давайте разберем ваши вопросы. У меня странный интерес к предсказанию Таро. Так вот, когда я узнаю что-то не очень важное для себя темы, я зациклюсь на предсказания, прокручиваю слова в голове просто постоянно, тем самым как будто живу в другой реальности. Не здесь и сейчас, а где-то там, в том прекрасном. Как от этого абстрагироваться, понимаю, что это ненормально. Аноним. Ситуация заключается в том, что вам чего-то хочется. Хочется вам сильно. Что-то сильно вас не устраивает. Мой коллега вам, в принципе, уже, ну, сказал об этом. Ну, один из коллег сказал об этом, о том, что что-то вас, что-то вам, ну, что-то вам, что-то тревожит, тревожит что-то вас. Вот. И история здесь заключается в том, что вы этого хотите. Так же сильно вы этого хотите. Но сильно-то вы этого хотите сильно. Вот. Но как бы совершенно очевидно, что себе это запрещает делать. Ну, то есть вообще. Вот. То есть либо вы не верите в то, что у вас, ну, получится. Вот. Не верите в это. Не верите, ну, вот в этом смысле, в себя не верите, да, не верите в свои возможности. Неудачи боитесь. Вот. И не делайте ничего для того, чтобы это стало реальностью какой-то. Ну. При этом вам этого хочется, что, на мой взгляд, абсолютно нормально, то, что вам этого хочется. Вот. Но вы пребываете вот в состоянии, состоянии некоторой фрустрации, по сути дела. И когда вы сталкиваетесь с тем, что вам вот чего-то хочется, а предсказания не дают ощущения, вот это вот ощущение, что может, у меня может вот получиться, да, то, что, ну, то, что я хочу, грубо говоря. Вот. А, естественно, вы об этом начинаете думать, ну, а как иначе? Как иначе? Вам же этого хочется? Как иначе, может быть? И вот вы уходите, получается, от реальности, которая вас не устраивает, в то, что вам хочется. Нормально ли это? Нормально ли это? Да? Это абсолютно нормально. Абсолютно норм. Вот. Другой вопрос, что, наверное, более нужно чуткой быть к тому, что вы хотите. Другой вопрос, что, наверное, можно что-то предпринять, чтобы в какой-то степени реализовать то, что вам хочется. С определенными рисками, конечно. С определенными там, потерями, может быть. Потому что, ну, некоторые люди могут просто не одобрить того, что вы делаете. Некоторые люди могут просто посчитать, что
ну, что делаете вы, какие-то очень, ну, скажем так, плохие вещи, да? Вот. И вы будете с этим сталкиваться, так или иначе. Вот. Но стоит ли это того, чего вы хотите? Да, наверное, наверное, стоит. Вот. То есть, сейчас вы выбрали максимально такой способ для себя, как бы это сказать, ну, безопасный, что ли. Этот способ, он максимально безопасный для вас. Он, этот способ, просто, вас, дразнит. Вот. Просто дразнит вас этот способ. Понимаете? И все. Но вам-то хочется большего. Вот. И это нормально, что вам хочется большего. Поэтому вот, решать в этом смысле, в известном смысле, решать, что делать вам только. Тут дело не в том, чтобы абстрагироваться, как вы говорите, ну, как вы говорите об этом. Вот. Я бы не смотрел в сторону того, чтобы от этого абстрагироваться. Я бы, наверное, больше смотрел в сторону того, как я могу это реализовать, если мне этого хочется. Вот. Понимаете? Ну, другой вопрос, вот, хотите ли вы этим заниматься? И хотите ли вы что-то делать? Хотите ли вы, например, ну, просто хотя бы признаться себе, да? Признать, что, ну, вот, что-то вас не устраивает, например, ну, вот, в жизни, ну, в вашей жизни. Вот. Если есть сомнения какие-то, сомнения есть, скорее всего, вот, если есть какие-то сомнения у вас в себе, то вы так и будете, вот, значит, ну, пребывать в этих иллюзиях. Потому что какие варианты еще могут быть? Ну, я имею в виду, вот, для вас. Ну, в этом случае, в такой ситуации, подобно. Вот. Так что ваш выбор, скажем так, существование с тем, чего хочется, вполне очевиден, более чем нормален, вот. На мой взгляд, более чем нормален. Но вот вы снова, да, возвращаетесь
вот туда, снова и снова. Потому что хочется чего-то, потому что нужно что-то и так далее. И абстрагироваться здесь, абстрагирование здесь, ну, это история, по сути, про бегство. Это история про бегство, это история про, ну, про избегание. А сбегать или нет, решаете вы в любом случае. То есть это вам решать. Как вы хотите действовать, да? Вот. То есть можете сбегать, можете попробовать как-то ситуацию реализовать. А психологи вам, ну, помогут подобрать оптимальный вариант, тот, который подошел бы вам только. Вот. Только здесь очень важно понимать, что требования, вот, требования ваши к себе, они будут, ну, мешать. То есть, если вы будете вот, что-то от себя требовать, да, то, ну, не будет получаться. Потому что требования, они создают вот, как раз, ну, такое, знаете, дополнительное напряжение. И, на мой взгляд, ничего хорошего абсолютно не могут нести для человека. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи, обращайтесь за помощью, вам она пригодится.